Большая разница! Александр. Да, Иван. Друзья, сейчас в нашей программе пародия на телевизионную передачу, ведущий которой объездил весь мир, и чего он только не делал. Он ковал наконечники копий с индейцами, он выдувал стекло в Малайзии, он ел жареных тараканов в Перу. Дроздов? Ел жареных дроздов в Никарагуа, запекал их в глине. Николай Николаевич? А, нет, нет, Николай Николаевич Дроздов, он не ест дроздов и тараканов, он с ними разговаривает. Сейчас мы посмотрим пародию на знаменитое шоу Михаила Кожухова «В поисках приключений». Да, друзья. Большая разница! Здравствуйте, меня зовут Михаил Кожухов. И сегодня в поисках приключений мы оказались в городе Воронеже. В его удивительном районе Машмен. Вы спросите, почему удивительным? Дело в том, что жители этого района постоянно чему-то удивляются. О, смотри, камера! Как вы догадались, это местные жители. Этнографы характеризуют их как неплохих ребят, но у которых мало денег, мобильных телефонов, водки и сигарет. Здравствуйте. Не так, на. Она. Она. А нет, она. А это местная достопримечательность. Никто не помнит, откуда появилась древняя традиция кидать мусор мимо мусорки. Но местные жители свято чтут ее на протяжении долгих лет. Говорят, это на счастье. О, уважаемый, здравствуйте. Можно я брошу? Спасибо. У меня получится. У меня получится. Скажите, правильно я бросил? Да нормально пойдет. К вечеру город преображается, а район нет. О! Точило. Согласно местной легенде, в тачках кроется много ништяков. Ништяк. Сейчас мы идем по тропинке вдоль общежития. Обратите внимание, как здесь темно и безлюдно. Хроники говорят, что именно здесь берет начало великий мобильниковый путь. Вечереет. Я попросил местных показать ритуал разведения лоха. О! Эй, пацанчик, ты сюда подойди. Как я, правильно делаю? Куда пошел? Поехал! Ты сюда иди, тут. Позвонить надо. Не боись, я свою симку вставлю. Не бойся, парень, я спасу тебя. Карнавалы на Машмете бывают редко и проходят очень быстро. Мы накрыли поляну на пятихатку за загнанную мобилу, пьем и не даем спать пожилым женщинам. Немедленно прекратите! Что за хулиганье? Я сейчас милицию вызову! Ты алло, закрой! Шелупайка чердачная. Подождите, подождите. Подождите, я все улажу. Подождите. Итак, как говорят в таких случаях... Ну шо, волчара позорный? Ты чё сказал? Да нет, 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 вы не поняли. Я Михаил Кожухов. Мы приключения ищем. А, ну считай, уже нашли. Через одну неделю, а точнее, года через два, мы отправимся в путешествие в башкирский питомник хищных гаишников. С вами был я, Михаил Кожухов. До встречи! Большая разница!